Здравствуйте. Сейчас новая проблема. Как отодвинуть автомобиль от стенки, чтобы работать с правой стороной автомобиля. Левая сторона у меня как бы готова. Тормозная система приведена, как говорится, реанимирована. Теперь вторую сторону. Взад-вперед здесь сейчас нет возможности, потому что надо приводить в порядок мотор, в каком плане, трамблер подключать, бензин залил, охлаждающая жидкость, и вот это вот елозение туда-сюда, это отнимет много времени, и надо все сзади расчищать, чтобы был ход назад, тем более у нас машине двигаться нужно назад, а передок стоит, естественно, противоположную сторону от движения, и вырулиться почти нереально, потому что колеса не вывернешь. Если бы стоял наоборот, передом на выезд, то легче вот эти маневры совершать. Ну вот я сейчас хочу попробовать, не знаю, что из этого выйдет. Задомкратил машину, повисла вся сторона, зацепился за стойку у основания, и хочу попробовать лебедкой. Потянул, зацепился за решетку, там у меня вот решетка есть. Я не знаю, выдержит решетка там или нет, не начнет смещаться. Ну, сейчас я попробую. Так. Так, начну на тех, смотреть надо на решеточку. Как она себя поведет. Решетка двигается. Так. Решетка подвинулась. Так, теперь автомобиль. Так. На плитке смогу потянуть. Вот так идет вроде бы сейчас. Так, сейчас я перейду, чтобы видно было хорошо. Так, движение. Опа. Ура. Движение. Идет. Опа. Все. Так. Задняя часть отодвинулась. Сейчас пойдем отснимем, что у нас получается здесь. Сколько раз это повторять придется. Ну вот, просвет появляется сейчас теперь. Надо будет переместиться, задомкратить так, чтобы переднюю часть потянуть. Но задумка оправдала себя. То есть таким образом я смогу потихоньку, как говорится, перекантовать машину ближе к яме этой. И таким образом у меня появится там простор. Ну что, пока отключаюсь, включусь, когда машина будет отодвинута. Так, сейчас следующее продвижение, переднюю часть надо отодвинуть от стенки. Так, наблюдаем. Идет. Вот так. Вот так. Отлично. Смотрим, насколько можно там работать или нет. Или еще проделать то же самое. Повторить, как говорится. Так. Да, это маловато. Надо еще повторять. Так, здесь теперь пространства здесь для работы достаточно. Можно приступать
к работе. На этом до свидания. Ставьте лайки, подпишитесь на канал и пишите в комментарии.